В этом году в «АЛЛАТРе» откроются сразу два кинозала, которые расположатся в торговом доме «Лабиринт». Каждый из них рассчитан на 100 мест. Город попал в федеральную программу поддержки переоборудования кинозалов. На эти цели было выделено 4,7 миллиона рублей. Отмечу, что в конце прошлого года в этот проект также вошли «Шумерли» и «Канаш». Приоритетным для этих кинозалов должен стать показ отечественных фильмов, не менее 50% проката. В этом году в программу также попали поселок Вурнары, города Цивильск и Мариинский Посад. За 5 миллионов рублей здесь появится цифровое и звуковое оборудование, система для 3D-показа, удобные кресла и программное обеспечение.